Так, не хочется вставать. Да, Фань. Антоша пошел, кстати, на свою кровать. Привет. Доброе утро. Папе будем звонить? Узнаем, выехал он уже или нет. С Астрахани-то. Наш уже в Красносельске. Это вот перед Мышастовкой сразу. Круто, а сейчас уже приедет домой с Астрахани. Я не помню, я говорила, что он ездил в Астрахань. Не помню совершенно. Ну, в общем, он был в Астрахани 4 дня. С понедельника вот по... Вот память на телефоне закончилась, что хотела рассказать, что наш папа был 4 дня в Астрахани, выплывали там на Каспий, я не знаю, если я не забуду, вставлю несколько кусочков, которые он присылал. Вот, в общем, ему очень понравилось. В этом году было совершенно другое путешествие, не то, как в прошлые годы, с другими условиями. Все супер, им там кушать готовили, в общем, ему очень понравилось. Знаете, из серии все включено. Так, а я сейчас буду делать чаек. Чайник у нас не выключается, поэтому я его выключаю. Скажи, Мне страшно. это щука такая. Алиментов? Ну, конечно. Ай! Ой, ты! Ай! Да какая здоровская, да? Вот она, рыба, рыба. Обалдеть. Ну это ж ты для себя заснял. А это ж я для себя. А ее тут даже рассортировали, Да да? это мы сортировали. А, это вы сортировали? Да. А вот эта щука, да, большая. Вот еще щуки. Ты еще трогал? Холодные, да. Так, ну поехали, поехали, папонька, а то у нас еще нужно. Да нет. И вот еще рыбеха. Поехали, котик, давай, быстренько, быстренько. Так, Антоха первый пошел. Ты хочешь за печеньем? Ну, поехали, заедем. Опять купили конфеток этой же стрекозы. И теперь все, Афоня прячет в карманы. Да? Не снимай тебя, отец, что папа не видит. Не показывай нам, мам. Никому не показывать. Так, а нам тут это, как будто на рыбном рынке. В Китае в каком-то, да? В Таиланде, да? Как они-то там все выкладывают, всю рыбу, да? А, папуля дома. Пап, ну как твои ощущения, расскажи. Тебе понравилась такая рыбалка? Когда обед готовили, ужин, да, все было готово. Ты отдохнул. У тебя все включено, да? Ты рыбу снимал? Да. Я же говорю, как будто мы в каком-нибудь там Тае или где-нибудь, где рыбный рынок, знаешь, все так выложено на полу. А сейчас мы будем есть уточку. Это нам Оксана, да, передала? Тарелочку. Сейчас будем это соленая утка. В общем, по вкусу она как будто вот это вот, как это, балык такой, да? Ну, как это, Точно окорок. тайская, там же что же они? Прошутто, или когда вот эту грудку режешь тоненько, то получается очень... Ее надо именно тонко и резать, да? Да, нельзя, она невкусная, когда Ну, вот как будто такая, я бы сказала, сырокопченая колбаса, но только Только мягкая. натуральная, да. Да, и натуральная. Так, все, мы уже перекусили. Я делала тосты, авокадо очень-очень вкусно. Я его прям ложкой сюда из кожурки достала, с солью, с перцем, вообще очень вкусно на хлеб. И помидорчики мы уже, в общем, все покушали. И вот там еще были огурцы, зеленый лук и вот еще утка. Очень обалденные бутеры. В общем, если что, я не помню, мы когда-то давали рецепт соленой утки или нет, вы не помните? Я, в общем, не помню, но утка соленая это просто бомба. Прям натуральная колбаска, я бы сказала. Главное ее жевать хорошо. Я купила соль. Вот эта упаковка 20 пачек получается на 340 рублей. Это почем пачка получается?
такой мой муж, ну как тебе рыбалка? Это все, что нам осталось. Вот. Это... Вот. Вот. Вот, вот, вот. В общем, много. Сейчас посолим, в общем, рыбу. И сегодня еще будем варить уху. Второй заход. Сержуня уже один заход засолил. Да, та, что была заморожена, растаяла. Вот сколько пачек соли мы потратили. Но это еще не конец. Это только начало. Продолжаем. Еще два брикета окуней, да, в морозилке. Забираю гречку. Посмотрите, какая красота. Какие тут желтые деревья возле Дома культуры. Мне кажется, даже Дом культуры стал красивее. Несмотря на то, что он вот такой весь... Что там? Облупленный. Ну, он, правда, вон вся краска отшелушилась. Да? Посмотри, какая красота, Григорий, желтые деревья. Тебе нравится? Ну все, поехали. Сейчас мы за Афонькой. Да, какие трещины. Не кричи только. Про медведя смотрели? Да. Они брали спички, а тоже оголелись. А спички брали? Да, тоже оголелись. И они хорошо делали, да? Или плохо? Плохо. Понятно. Ну что, поехали? Да. А можно я кладу? Давай, я буду их нести. А, да. А ты потом откроешь, хорошо? Костер уже горит. Будет уха сегодня. Как он круто горит. Что это, мои уху с помидорками? Что это ты льешь? Водочка. Рюмка водки. Еще... Мам, он еще горел. Осветить? Еще горел? Горел уже. Окунал. Да, ага. Сынуля, относи давай. А зелень будем или будем, я туда? Будем, не, сюда будем обязательно. Сейчас. А уже сейчас, через 5 минут уже я принесу. Через 5 минут уже Люба повезет на карате. Сейчас, я думаю, и родня как раз приедет. Пиво. А, тебе же нельзя, да? А что, да Люба, я думаю, будет нас водителем. Вот попробуй, даже мне нравится, да. Тебе тоже понравится, я тоже не люблю. Ты пробовал, Антош? Да. Блин. Дуй. На, сама. Подожди, мне ж... Тоха тут... Это Антоша. Уха с помидорами. А вы все помидоры? Да. У вас вы же хотите. Мам, ну надо мне открыть дверь. Пошли, пошли. Помощник папин. Я говорю, воды надо было добавить. Мам, поварёшку. Это шумовка. Да давай я уже занесу, сынуль. Вот она, уха из астраханской рыбы. С помидорами. А